Здравствуйте, это программа «Город С», я Елена Чернявская. А поговорим мы сегодня о культурной жизни в городе, о ее развитии, о традициях и о перспективах в этой сфере. Я пригласила поговорить Евгению Борисовну Мищенко, заместителя руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара. Здравствуйте, Евгения Борисовна. Здравствуйте, Елена. Ну что же, наверное, первый актуальный вопрос. Как сегодня работают учреждения культуры в нашем городе? Да, ситуация действительно сегодня не самая простая, она связана с коронавирусной инфекцией. И все учреждения культуры, и государственные, и муниципальные, и любые ведомственные, конечно, они работают в таком непривычном для себя режиме, режиме ограничений, связанных и с количеством посещений, и с требованиями по организации вот именно санэпид-ситуации в самом учреждении. Если мы посмотрим на наши театры, да, то посещаемость у нас 50%, то есть мы сидим через кресло, люди должны обязательно находиться в масках. Но это действительно забота и о себе, и об окружающих, чтобы сохранить свое здоровье. Конечно, посещаемость и музеев тоже, она ограничена, потому что единовременно, вот как раньше, свободного посещения нет. Есть, конечно, эти ограничения. Дома культуры, конечно, они тоже ограничены, как и концертные, и театральные организации. Тоже 50% возможности заполняемости зала. Ну, это, конечно, непросто, но это та ситуация, которую мы должны просто понимать, набраться, наверное, терпения, выполнять вот эти вот требования, которые просто жизненно необходимы для сохранения здоровья. Это вот действительно так. Как говорится, все проходит, и это тоже пройдет. Но вы знаете, да, Евгения Борисовна, я очень хорошо помню, вот когда первая волна прошла, и стали в студию приходить деятели культуры, руководители театров, филармонии, и как они вздохнули с облегчением, сказали, ну, наконец-то, мы увидим зрителей, мы будем работать, будем полностью отдаваться. Да, вот сейчас вот опять такая ситуация, но вот тем не менее, вы-то знаете, в курсе, расскажите вообще, какие настроения среди деятелей культуры все-таки вот работают на благо жителей и продолжают работать, но вот именно с этим учетом вы верно заметили, забота о зрителе в первую очередь. В первую очередь забота о здоровье зрителей. Наши, конечно, коллеги и артисты, и художественные руководители каких-то самодеятельных коллективов, и музейные работники, и библиотекари, безусловно, это все понимают, делают все возможное, чтобы такие условия создать. И надо сказать, что и город тоже предпринимает большие усилия, чтобы эти условия были созданы в учреждениях. Если мы посмотрим, то очень значительные средства выделены из бюджета города на то, чтобы купить рециркуляторы, приобрести санитайзеры, чтобы для зрителя, для артиста, для работника учреждений культуры были созданы правильные, комфортные и безопасные условия и работы, и посещения. Это очень приличная сумма, это около 10 миллионов рублей, в общем-то, действительно, это так и есть. И к нашим учреждениям, наверное, можно отнести и школы искусств, конечно, которые, как и все образовательные организации, продолжают работать. Но продолжают работать вот в строгом таком режиме. Не разрешается проводить мероприятия в наших образовательных учреждениях. Только образовательный процесс. Угу. Пришел, кто бы ни пришел. То есть это замер температуры обязательно. Да? Обработка рук. Это масочный режим, но тогда, когда уже очень близкий индивидуальный контакт, когда индивидуальные занятия идут в классе с преподавателем. Конечно, это постоянное и обеззараживание воздуха, и проветривание помещений, и формирование самого расписания занятий так, чтобы группы единовременно не приходили и не было вот такого скопления. Ну и, конечно, вот если вы вспомните, если сами учились, либо кто-то учился в школе искусств, всегда у нас родители сидели и ждали ребеночка. Да. Но, к сожалению, этого тоже нельзя сейчас. И есть у нас обращение от родителей. Ну, как же так, мы привели, мне хотелось бы побыть на уроке. Ну, вот, уважаемые родители, этого делать, к сожалению, пока вот, нельзя. Именно для того, чтобы сохранить здоровье и ваше, и педагогов, которые тоже так же, в общем-то, подвержены заболеванию, как и все остальные наши граждане. Ну, вот поэтому такая ситуация, она
просто должна быть, вот, ну, наверное, должна пройти. Должна пройти, и все вместе мы должны набраться терпения и правильно вести себя, чтобы это все как можно быстрее закончилось. Да, потому что это момент. В первую очередь, конечно, еще и зависит от нас. Если мы будем соблюдать все меры предосторожности, то будем надеяться, да, и верить в это, что это все поскорее закончится. Тем не менее, спрошу вас, Евгения Борисовна, что интересного планируется все-таки в ближайшее время в культурной жизни города? Вы знаете, уже и сегодня можно сказать, что события интересные происходят. Если мы посмотрим на театр оперы и балета, то это прекрасный фестиваль «Алый шелест». Да, с ограничением, но, однако, ждет театр и готов показать совершенно потрясающие новые балетные спектакли. Мы можем тоже посмотреть на премьерные постановки в наших муниципальных театрах. И камерная сцена вот в сентябре представила новую постановку. Надо сказать, что в целом театры получают в этом году, как и в прошлом, и в позапрошлом, очень большую поддержку на новые постановки. Есть такая замечательная федеральная программа «Театры детям». И те театры, которые в ней участвуют, то есть театры, представляющие спектакли для детей, для молодежи, для подростков, они готовят вот свои предложения, сметные расчеты, идеи, например, да, по названию, по самому спектаклю. Мне кажется, это все театры у нас, потому что зимние-то елки в любом случае показывают детские спектакли. Ну, тут даже не совсем, наверное, именно елку, елочные какие-то представления новогодние, это именно вот спектакли. Спектакли. Да, спектакли. Из отечественной классики, зарубежной классики, да, есть, например, и «Ромео и Джульетта», «Отцы и дети». Ну, то есть вот такие вот хрестоматийные вещи, которые можно школьнику прийти, посмотреть, увидеть. Это очень важно, наверное, очень важно. Ну и наша задумка, конечно, всегда традиционно тоже принимает участие, готовит уже такие музыкальные представления, мюзиклы. Это, конечно, ну, большое подспорье, за что большая благодарность и Министерству культуры Российской Федерации, и нашему региональному тоже Минкульту. Вот, кстати, если говорить все-таки о нацпроектах культуры, скажите, пожалуйста, а вот какое оснащение в рамках этого проекта получили музыкальные школы, Евгения Борисовна? Действительно, в этом году мы впервые вот так вот массово, масштабно участвуем в нацпроекте по линии приобретения музыкальных инструментов, оборудования для школ искусств. В этом году у нас 4 школы принимают участие. Это тоже не случайный выбор, это, так скажем, не лотерея. Это те школы, в которые очень хорошо реализуют предпрофессиональные программы и у которых большой контингент. То есть много учеников, для кого это действительно важно и нужно. И необходимо, да. И больше 5 миллионов рублей каждая школа получила. Это беспрецедентная поддержка, конечно, для нашей отрасли. Вот если говорить про центральную музыкальную школу, то приобретены, помимо каких-то мелких инструментов, домра, баяна, еще что-то, приобрели 2 рояля. Это очень хорошие инструменты, на которых, ну, наверное, дорогостоящие, на которых, наверное, ну, не один десяток лет уже смогут играть, исполнять, обучаться наши ребята. Инструменты духового оркестра, а это такая очень, ну, сложные инструменты, их подобрать не так просто, это тоже бывает. Народные инструменты, если мы говорим, например, про школу Кабалевского, в которой работает творческая мастерская Сергея Войтенко, то, конечно, для них что? Естественно, концертные баяны. И школа это тоже будет получать. Поэтому, ну вот, мы видим большое количество пианино, потому что не только на сцену важно иметь хорошие инструменты, но и в классе, чтобы каждый день он был вот таким вот качественным образовательным таким процессом. Нам это очень отрадно, и мы понимаем, что вот 21 год это, так скажем, ну, определенный тайм-аут, а в 22 у нас уже 10 школ будут принимать участие тоже вот на такие крупные очень суммы. И мы понимаем, что прям вот фактически мы перестроим парк музыкальных инструментов. Ну, помимо инструментов, и учебная литература приобретается. И если бы методические видели, какие-то материалы, да, если конечно, бы вы видели списки вот этих учебников, нот,
которые наши школы приобрели. То есть иногда смотришь 200 наименований. То есть вот от всей души все, что хотелось, заказывается, приобретается, принимается на педсовете это решение. Не просто вот директор там, или главный бухгалтер думает, что купить. То есть весь творческий и педагогический коллектив к этому подходит вот, с таким вот интересом, вместе, дружно, и вместе принимают решение, что купить и как принять. Все ли хорошо? Вот, кстати, по поводу что купить. Скажите, а вот выбором кто занимается? Непосредственно сами педагоги, либо вы вместе, команды, и все-таки вот, если говорить о музыкальных инструментах, предпочтения относятся все-таки отечественным производителям, либо зарубежным? Расскажите, вот это интересно. Решение принимается, на самом деле, педагогическим коллективом, потому что решить единолично, наверное, это невозможно, да и неправильно. Поэтому, да, собрались педагоги, анализируют ситуацию в школе. А у нас, например, вот на фортепиано занимается столько-то, а вот духовиков нет, а вот народников много. Нужно нам купить вот это, вот это и вот это. Ну, понятно, что это должно все равно вписываться в какие-то лимиты. Конечно, да, тут, конечно, желание, естественно, еще больше, чем возможностей. А приобретается по-разному. Если говорить про народные инструменты, то домру, балалайку, ну, практически, конечно, не делают за рубежом. Это понятно, что это наши отечественные инструменты. Да. Есть много хороших уже новых инструментов клавишных. Вот в том году нам по, опять же, нацпроекту «Культура», но мы не производили закупку, а получили в дар от Министерства культуры хорошие отечественные инструменты Николая Рубинштейна. И каждая школа вот такой вот пианин получила. То есть уже и наши отечественные производители становятся на новые рельсы, смотрят лучший опыт зарубежных производителей. То есть конкурентоспособны и вполне, да? Да, уже становятся конкурентоспособными. Ну, а так как все это происходит в процессе закупок, то есть, ну, какое предложение будет, такое оно и будет. Стараемся, конечно, технические характеристики, чтобы были хорошие, строгие. Но это, конечно, вот такой процесс очень творческий. А деток родители благодарности уже получены, уже пользуются, играют? Мы видели, как ребята играют, какой звук, какое удовольствие они получают, потому что, ну, вот я сама музыкант, и понимаю, что такое хороший инструмент. Это совершенно другое ощущение себя, музыки, творчества. Нету отношения, хочется играть, да? Хочется новые произведения разучивать. Я вот думаю, что заниматься. И наши ребята тоже вот такие эмоции, такие чувства испытывают. Спасибо. Евгения Борисовна, хотелось бы еще вот знать ваше мнение. Вот согласитесь, даже пандемия внесла свои коррективы вот в облик города. Смотришь, муралы очень интересные появляются. Как вы считаете, вот это все-таки украшение нашего города? Здорово, что они появились? Муралы действительно это, ну, наверное, не только украшение, это современная очень тенденция. Это, ну, новая, наверное, городская традиция не только в Самаре, но и во всем мире. Появляются вот такие вот фрески, красивые, интересные, разные, надо сказать. И разные группы инициаторов тоже они есть. Если вот мы сейчас смотрим на Новосадовые, да, вот такие актуальные темы поднимаются. Это чистый вдох, то есть мы здоровы, да, мы молоды, у нас все хорошо. То есть вот такие вот какие-то темы поднимаются. Ну, а в сентябре прошел арт-проект современного искусства «Самарская земля». «Самара Граунд 2020». Художественный опыт. Интересная приезжала команда. Это и московские, и санкт-петербургские такие вот творческие деятели, которые пригласили несколько интересных знаковых не только в России, но во всем мире художников, среди которых, ну, наверное, самый такой яркий покрас Лампас, такой творческий, совершенно молодой парень, но очень талантливый. И несколько муралов было создано и на Молодогвардейской улице, на набережной, на Чапаевской. Ну, интересно. Это интересно, это украшает город, дает ему определенные, наверное, новые какое-то дыхание, новое развитие. Это такая вот тенденция, которая,
нас радует. Да, и не каждый город, кстати, может похвастаться такими, да, произведениями искусства, уж что греха таить, да? Евгений Борисович, мы продолжим нашу программу, но прежде чем я с вами попрощаюсь, я хочу, чтобы вы все-таки дали несколько ценных советов с учетом вот сейчас эпидобстановки в городе, вот все-таки при посещении культурных объектов в городе. Что бы вы хотели сказать нашим уважаемым жителям города? Ну, прежде всего, конечно, ну, наверное, как любому другому человеку, смотрите на свое самочувствие. Да? Если что-то не очень ладится, лучше, конечно, остаться дома. Но учреждения культуры, театры, музеи ждут своего зрителя, готовы обеспечить все комфортные условия пребывания, безопасные. Поэтому, ну, наверное, решать надо самим. Конечно, сохраняя здоровье, заботясь о себе и о своих близких. Спасибо вам большое за очень интересное интервью. Ну а мы с вами не прощаемся, уважаемые телезрители. И после сюжета продолжим наш разговор. Высокие показатели урожайности вдохновили самарских музыкантов. Они решили поблагодарить аграриев за добросовестный труд. В рабочий полдень организовали концерт для фермеров прямо в поле. Популярные лаконичные мелодии звучат в таком месте впервые. Самарский муниципальный духовой оркестр выступает в поле под Тольятти, а в импровизированном зрительном зале работники сельскохозяйственной отрасли в этом году им удалось собрать рекордный урожай зерна. После первого взмаха дирижерской палочки слушатели немного смущались, но уже после нескольких композиций начали дружно аплодировать и подпевать музыкантам. По словам главного дирижера оркестра Марка Когана, коллектив не выступал на подобных площадках уже около 30 лет. Но этот опыт пришелся музыкантам по душе. Желание повторить наш концерт вызывает во мне, в общем, очень теплые чувства и хорошие эмоции. Это то, что, безусловно, надо возрождать. Возрождать именно потому, чтобы обмен между, условно говоря, городом и селом был на постоянной основе. Для исполнителя важно, какая публика. Вот сегодня публика, у них горели глаза, они кричали «Браво!», они подпевали солисту, они пританцовывали. То есть мы видели, что наша музыка, наше исполнение дошло до их сердец. А это, мне кажется, самая главная награда для музыкантов. Концерт муниципального духового оркестра в Ставропольском районе прошел при поддержке регионального правительства и администрации Самары. Ну, а я продолжаю разговор в студии с художественным руководителем, главным дирижером Самарского муниципального концертного духового оркестра Марком Львовичем Коганом. Здравствуйте, Марк Львович. Здравствуйте, моя дорогая. Ну что же, вот сейчас мы с вами вместе посмотрели сюжет. Марк Львович, поехали в поля. Да? Такой интересный получилось у вас выступление. Расскажите, пожалуйста, вообще как пришла идея? Ну, я так полагаю, она не совсем мне в голову пришла, в голову эта идея коллегам, пришла это в голову идея и руководству, и мне лично она очень понравилась. Да и все мои коллеги, даже те, кто не застал колхозы, даже те, кто не застал, как я, работая в филармонии в симфоническом оркестре, выезды Большого симфонического оркестра на поля, и я это помню, даже те, кто не застал, эта идея понравилась. Вы понимаете, не то чтобы, как если Магомед не идет к горе, или гора не идет к Магомету, хотя и это тоже, но факт того, что вот она публика, и мы нужны, и мы увидели своими глазами, мы почувствовали на своей шкуре, несмотря на то, что это не зал, не Диги Юпитера, не рампа, нет этого ничего, но мы увидели это совершенно искреннее внимание человека, который только что убирал кукурузу, условно говоря, или там пшеницу. Подсолнечник, да. И вот он остановил свой комбайн, он пригнал его, он его развернул, он сел. И поначалу, я так понимаю, это выглядело немножко формально, как мне показалось. Но этот формализм ушел вот буквально с первыми звуками музыки. Потому что мы играли искренне, с огромным удовольствием, с уважением к этим людям, взаимным уважением. Они уважили нас, мы уважили их. И буквально, вы знаете, вот этот пленка некого недопонимания, ну, это, может быть, мои ощущения, она растаяла мгновенно. Я получил огромное удовольствие от взаимопонимания.
Ну и под публика, конечно, да, ответила вам взаимностью, Марк Ильич. Конечно, да, спасибо огромное. Ну что же, вот сейчас ваше основное детище, конечно, это Самарский муниципальный духовой концертный оркестр, хорошо известный не только в России, но и за рубежом, Марк Львович. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете это все-таки главным достижением своей творческой жизни? Ну, неожиданно, именно потому, что я об этом думал, но не ответил сам себе на этот вопрос до сих пор. И сейчас здесь ответить достаточно сложно, и боюсь показаться фальшивым, но мне кажется, это именно так. Мне кажется, это именно так. При всем при том, что кое-что видел, кое-что успел, кое-что связано и с фольклорной и народной музыкой в моей биографии, но именно муниципальный концертный духовой оркестр – это то детище, как бы, которое инициатором, вернее, организатором которого я являюсь. А инициаторы – это тоже для Самары очень знаковые люди, такие как Гиларий Беляев, такие как композитор Александр Бердюгин, композитор Марк Левиант, композитор Леонид Вахмянин, музыкальное общество. Они все подписали и выразили свое мнение о том, что это то потрясающе, то, что нужно для города в те начала 90-х годов. И мы действительно, мы с самого начала как-то достаточно хорошо себя зарекомендовали. Мы буквально через 3 года провели фестиваль, который назывался «Духовые оркестры не знают границ». И приезжали оркестры из Китая, Польши, Украины, приезжали оркестры из Нижнего Новгорода, если я правильно помню, и тогда еще был знаменитый оркестр штаба округа, который показал свое дефиле. Это оркестр с огромными традициями. И мы, только что начавшие работать, показали свое дефиле. И я видел прекрасно, потом увидел эти кадры, когда командующий округом поздравляет мэра Сысоева с тем, что вы посмотрите, какой вы создали оркестр. Вот прямо крупноплановых сняли в этот самый момент. И мое внимание на это обратили. Вот так что я именно потому и думаю, что оркестр смог занять свою нишу и концертную, хотя Самара с хорошими концертными традициями. Ну и, конечно, те программы, которые так называемые служебные программы. Это программы для летних парков. Хотя нет, здесь не совсем однозначно, потому что летний театр в Струковском саду позволил нам давать 100% концертные, конечно, программы, конечно. 600 человек публики, не всякие. И постоянной публики, которая приходит к вам. Да. И такими впечатлениями делится у нас, вот наши съемочные группы в программе «События» снимают, и люди рассказывают, как им нравится приходить. Но, тем не менее, вот у вас очень впечатляющая творческая активность, Марк Львович. Как вы все успеваете? Что вас вдохновляет, скажите мне, пожалуйста? Да, мне кажется, музыка и вдохновляет. Вот то, что мы с вами про поле рассказывали, это же не только меня, и оркестр, и публика. Это же, в общем, эликсир не случайный, и не случайно из многих искусств, которые зародились в какие-то давние времена, музыка развелась так, столько жанров, столько направлений, столько раз, и все это на 7, там, 12, условно говоря, нотах. Причем каждый народ дает свои перлы в искусстве. Каждая композиторская школа дает свои перлы в искусстве. И появляется новое государство, и вырастают композиторские школы. Не всегда школа литературы, не всегда школа живописи, а композиторская появляется. Марк Львович, какие перлы вы даете вы? Что вы сейчас играете? Лично вы сейчас какому направлению в музыке отдаете предпочтение? Я знаю, что вы любите джаз, но тем не менее, что сейчас происходит? Вы знаете, есть такая тема давняя, моя любимая, это музыка больших оркестров. И вот последняя программа, которую мы провели во дворе художественного музея, музыка Франции, французских композиторов, Владимир Косма, второй Косма Иосиф, Легран, конечно, Поль Мориа и так далее, и так далее. Эта музыка показала, эта программа показала свою живучесть, что называется, потому что публика была в тот момент не рядовая, не парковая. Я очень волновался, ибо в художественный музей приходят достаточно люди искушенные в искусстве, в живописи. И то, что мы выдержали, вот так сказать, эту
эту, выдержали эту марку, что ли, так сказать, уровень, я этому очень рад. И эти программы больших оркестров, их любят все. Играли мы в Струковском саду, например, музыка итальянского кино. Я не она не совсем так называлась, она называлась немножко по-другому, но в основном там было как раз музыка к фильмам Феллини, к фильмам Марчелло Мастрояни. С участием, да, Мастрояни. Да. И вообще вот неореализм итальянский. Mm-hmm. Сейчас не совсем вспомню эти фамилии режиссеров. Но я вам скажу, что это тоже было очень здорово воспринято нашей публикой. Очень здорово. Из чего я и скажу, что летняя концертная программа, она немножко отличается от зимней, и она позволяет больше свободы. Mm-hmm. Без смокингов, но с хорошей акустикой, с хорошим, извините, оркестром, с хорошей сценой. Это создает атмосферу и одновременной свободы, и одновременно такого, ну, гоп со смыком тут уж не сыграешь. Мальфеевич, но все-таки летний сезон закончился. Где вас можно увидеть, услышать, насладиться вашим творчеством? Вот сейчас мне очень трудно это сказать по разным причинам. И, конечно, вы догадываетесь, собственно, одна из них – Вожнецкая. Но самое главное, что мы ждем окончания строительства нашего концертного зала. Mm-hmm. Если, я надеюсь, в ближайшее время город его получит, это называется камерный городской концертный зал, на котором базируется наш оркестр. И вот тогда я программу буду приносить с собой, буду присылать к вам на студию, просить, опубликуйте, пожалуйста, пусть люди знают, когда и что их ждет. А сегодня я хотел бы сказать, хотя уверен, у вас есть такой вопрос, так. Но уж позвольте, перейду. Я хотел бы сказать, конечно, о фестивале на сопках Манчжурии, который, в общем-то, стал самарским брендом. Я очень... Ну, он традиционно каждый год проходит, да? Да. В этом году было исключение, именно как раз связанное с пандемией. Но нет худа без добра. Я надеюсь, что в следующем году фестиваль, который состоится, он будет одновременно с открытием памятника «Вальс», который ставится и будет стоять в Струковском саду. Mm-hmm. Это был большой конкурс, выбрано, на мой взгляд, жюри, в котором я тоже состоял. Оригинальный, на мой взгляд, сюжет, который вписывается в Струковский сад как родной. Как родной. Это памятник вальс, который как бы и создает атмосферу в парке и напоминает mm-hmm. этому событию, об этом печальном реквиеме погибшим, и в то же время это очень оптимистическая нота музыки, отдыха, солнца. Ну, надеюсь, мы все, и горожане, и увидим, услышим, и этот, конечно, наш фестиваль будет проходить, надеюсь, уже в новых условиях с таким замечательным памятником. Поэтому, если вы не возражаете... Да, какие новости еще? Скорее даже это не новость. Вернее, да, новость. Самара – город трудовой доблести. Да. Мы, когда я вот об этом узнал, мы стали готовить программу из произведений самарских композиторов. Того же Леонида Вахмянина, Марка Левианта, Бог даст нам, Василий Танковидов что-то даст, еще. Песни о Самаре, песни о «Жигулях», песни о «Волге». И мы хотели бы эту очень программу записать с вами, записать у вас. Вот так же, как профессионально здорово это было сделано, программа, посвященная 75-летию Победы. И люди видели, я слышал замечательные отзывы. И Самара, город трудовой доблести, оно того стоит. Это позволяет... Это тоже в какой степени доблесть тех, кто пишет музыку, тех, кто ее играет, и тех, кто живет тем, чем живет. Города, конечно. Да. И еще один замечательный момент, о котором я вот хотел бы сказать, что 20 городов стали городами трудовой доблести. И объединение дирижеров российских, которых я состою, возникла такая идея. Она возникла, в общем, во многих головах, но вот реализует ее наш самарский выпускник нашего училища, институт Московского военных дирижеров, полковник Александр Павлов, который возглавлял оркестр Уральского военного округа. Сейчас он давно гражданский человек. И вот он сделал такую идею, фестиваль
оркестр в России, посвященный городам трудовой доблести. Условно говоря, 5 городов в одно лето, 5 городов в другое лето, и приезжает 5-6 оркестров, и этот фестиваль проходит в летнее время, конечно. Если все сложится хорошо, то Самара, конечно, примет, надеюсь, в этом очень активное участие. Да. Ну что ж, Марк Львович, наше время подошло к концу. Я благодарю вас за вот те позитивные мысли, с которыми вы пришли поделиться вот сегодня в непростую ситуацию. Но, тем не менее, я желаю вам продолжения реализации ваших замечательных творческих планов. Спасибо. Ну и, конечно, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Берегите себя, но, тем не менее, культурно обогащайтесь. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго.